Вот сегодня у нас 28 сентября, такой закат пришел. В лагере прибилась кошка серая, вот. А тут рыжая пришла, а белую я принес тут. И вот это ворчит. Ну ладно, сгорбатилась. Рыжая, иди скорее, пойдем. Рыжая, что стало там? Вот вышел из лагеря сейчас, что посмотреть. Ага, там комбайн ходит, там машина стоит, Ерема на ней работает, юноша, 15 лет, там будет. Это в Хорьшино столбы идут, закат какой, солнце садится в тучи, это признак того, что может быть дождь, это угол, запад. Считается гнилой угол. Вот так. Рыжая, пошли домой. Пойдем домой. Пойдем. Ну что-то там. Караулишь ее. Пошли, пошли домой. Пойдем. Серая. Надо взять будет так. Это, Володя, рыжую кошку сюда перенеси на эту сторону. Это ее не пускает. Ой, пошли мы, пошли. Все, отпускай. У нее, видимо, зрение плохое у серой. А? У серой зрение плохое, видимо. Плохое зрение? Ну, смотрите. Она все на то место смотрит, а рыжки там... Она уже... на пустое место сейчас дуется. Но. Ну, я не знал это.